Здорово, дорогие подписчики, с вами Диман, и сегодня у нас новенький видосик по игре GTA 5. Сегодня, друзья, мы проверим еще один офигенный экспериментик, а точнее, немножечко мы нашу игру сломаем к чертям, чтобы она больше у нас не заходила. Да, друзья, мы будем ставить как можно больше бочек с горючим или же типа того, и будем их взрывать, и посмотрим, насколько таки наша игра сможет выдержать такие вот взрывы. Я очень надеюсь, что мы, не сломаем ее окончательно, чтобы потом еще можно было бы парочку экспериментиков провести. Но все-таки сломать ее нужно. Также, друзья, сегодня у нас будет замечательное, в принципе, событие, дата. Я сейчас, кстати, только-только вернулся домой, 5 утра. И я решил, а почему бы нет, почему бы не записать бы для наших подписчиков видосик. Сегодня 6 августа. И я могу сказать вам огромнейшее спасибо, потому что именно сегодня у нас на канале 300 тысяч подписчиков, друзья. Я просто этому очень сильно рад. Я благодарен каждому, кто подписался. Спасибо вам огромное за ваши лайки, за ваши комментарии. Вы у меня просто самые лучшие, друзья. Вот серьезно, даже если вы меня хейтите там или же не смотрите, вы все равно остаетесь для меня самыми лучшими подписчиками, которые были в моей жизни, потому что именно мой канал — это все то, над которым я трудился, работал, и не покладая рук, не пропуская ни одного дня, где бы не выходили видосы, точнее, я старался так, чтобы вы не скучали, в общем-то, очень сильно вкладывал все свои силы, нервы в каналы, и я очень благодарен тому, что вы, у меня есть 300 тысяч подписчиков, это огромная армия, друзья, и давайте идти только вперед, не останавливаясь. Ну, и в принципе, друзья, если вы желаете, я не знаю, там как-то меня отблагодарить, там, или еще типа того, ссылка в описании на контакт, буду отвечать сегодня абсолютно всем по возможности, друзья, буду, скорее всего, кидать вам голосовые сообщения, потому что, писать, вы сами понимаете, я просто чокнусь нафиг, и больше, мне кажется, не появлюсь в доме родном. Так вот, пишите любые вопросы, там, все дела, я буду отвечать вам голосовыми сообщениями, и я думаю, что никто не останется в обиде. Вот такой вот подарочек я устрою для своих подписчиков. Ну, а самые активные, в принципе-то, получат еще и подарки от меня ВКонтакте, да. Все, друзья, на этом, я думаю, пора заканчивать наши, в принципе, разговоры о том, что у меня на канале такая, мать его, цифра 300к, до сих пор не верю, и проводить уже наш экспериментик. Поэтому, друзья, погнали! Так, ребят, а для взрыва мы будем использовать вот такие вот бочки и, конечно же, считать именно по ним. Давайте для начала, наверное, таки поставим, 50 таких вот бочек, да, в принципе. Так, газ. В принципе, у нас он прописывает здесь как газ-тэнк, поэтому он 4-я, в принципе, вот такая вот у нас бочечка. Ставим 50 штук, друзья, да, в принципе, так. 8, 9, 10, даже так, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Так, давайте. Хотя у нас же два как раз такие вот таких вот стоят, получается, две коробочки, поэтому у нас 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, друзья мои. 31, 32, 33. Сейчас поставим еще вот таких вот бочек. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Все, друзья. У нас 50 таких вот бочек. Соответственно, мы можем их взорвать. Давайте для начала, наверное-таки, постреляем с калаша. Почему бы нет? Раз, два, три. Вау! Вау! Офигенно, народ, вот это мне нравится, но игра у нас не вылетела, а значит, она может выдерживать намного больше таких вот взрывов, поэтому давайте ставить теперь соточку, да. Так, ребят, в принципе, здесь стоит уже 91 бочка, поэтому сейчас мы доставим еще девяток и, в принципе, попробуем подорвать и посмотреть, возможно ли сломать игру с количеством 100 таких вот бочек, которые взрывоопасны. Так, и еще две, вот так вот, да, друзья, теперь в этот раз у нас получилось как можно, скажем так, даже ювелирненько, и, в принципе, сейчас мы кинем, наверное-таки, туда гранатку и посмотрим, взорвется ли у нас это все дело и крашнется ли игруха. Так, отлично. Неужели и это она выдержала, друзья? Я в это не могу поверить. Подождите-ка. Да, ребят, вы гляньте на это, она выдержала
100 таких вот бочек игруха выдержала, это значит, мы переходим к количеству 150, друзья. Да, погнали. Так, ребят, на этот раз мы поставим 150, как я и говорил, таких вот бочек, и у нас осталось там сколько-то. Уже 112 стоит, значит, около 38, в принципе, нам необходимо сейчас поставить. Мы это как раз-таки сделаем. Ставлю я, как вы видите, очень ровно, чтобы взрыв был ровным, и, блин, я вот не знаю, если от 150 она крашнется, то я буду очень даже немножечко удивлен. Хотя, мне кажется, ну, как минимум 300 надо таких бочек, чтобы у нас крашнулась игруха. Поэтому, народ, пишите в комментариях, как вы считаете, сколько нужно вот таких вот бочек. А тем временем я доставляю еще парочку таких вот бочек. И, в принципе, уже, ну, осталось совсем чуть-чуть, совсем прям крохотную часть. И я думаю, что 150-151, вот. Вот так вот, да, друзья, даже, блин, 151 получилось, но я думаю, это не особо, как бы, важно. Окей, далее мы берем обычную гранату, я надеюсь, гудмод у меня стоит, а то у нас просто потом будет жопа. Окей, вот так вот, и бросаем, народ, прямо сейчас, 150 бочек взрывается и... Вау! Игра выдерживает это количество, и, как я говорил, мы переходим к количеству 200 таких бочек. Охренеть, народ, вот где на... Ладно, мы не сдаемся, мы идем до конца. Так, ребят, на этот раз мы поставим 200 таких бочек. Я не знаю, возможно, не выдержит, возможно, выдержит, но, как я сказал, я очень надеюсь, что 300 таких вот бочек, она по-любому не должна выдержать. Поэтому, друзья, прямо сейчас, в принципе, давайте как-то вот так вот, да, почаще вот так вот ставить их. И уже, в принципе, через, ну, пару секундочек мы уже вот так вот, ну, даже 200, получается, 4 таких вот бочки мы поставили. И я очень надеюсь, что наша игра прямо сейчас вылетит или же крашнется, либо еще что-то. В принципе, что-то должно да произойти, как бы, да? Окей. Давайте. А, я не ту кинул. Я не ту бомбу кинул. Ладно, давайте вот эту бомбу-липучку. И прямо сейчас нажимаем G и... Вау! Офигеть! Ребят... Как вы видите, игруха, ну, почти что вылетела. Видите, вот эти вот просадка текстуры. Это уже говорит о том, что нам капец бы был, если бы еще чуть больше здесь стоял бочек. Соответственно, где-то, ну, наверное, 250 выдержит наша игра. Ну, давайте не будем гадать, сейчас прям мы их поставим и проверим. Так, народ, короче, стоит уже 200, как вы видите, таких вот бочек, и мы готовы ставить еще 50 для того, чтобы закончить этот эксперимент удачным стечением обстоятельств, или же вылетом игры, или же просто взломом. Кстати, друзья, после 150, точнее, нет, стоп, предыдущая была 200, я, короче, друзья, после 200 решил просто перезагрузить игру, потому что, как бы, текстуры, они все-таки остались фиолетовыми, и чтобы все было ровно, я решил, как бы, перезагрузить сохранение, да, народ, или же даже перезайти в игру, но после того, как я вышел, народ, у меня просто полетело GTA к чертям. У меня слетел почему-то аккаунт рокстаровский, точнее, ну, вот этот, который там, в принципе, какой он, сейчас мы посмотрим. Вот, Social Club у меня слетел, друзья, и мне пришлось по-новому вводить все данные. Я в придачу забыл пароль, блин, короче, это ушло мне где-то минут 10. Ну, как бы так вот, блин, при 200 слетает Social Club, друзья, вот что мы выяснили. А вот что будет при 250, мы сейчас как раз-таки с вами и поймем. Давайте вот поставим еще парочку штучек таких вот, да. 251, друзья, 251 такая бочка, и, в принципе, я думаю, что пора взрывать. Я очень надеюсь, что у нас все получится, и наша GTA-шка взорвется к чертям. Окей, вот так вот. Вау-вау! Да, друзья! Да. Ребят, ну что же, на этом все. Спасибо вам огромное за просмотр. У нас эксперимент просто удался. Мы взорвали нашу игру за 250 взрывов от этих бочек. Это реально, ну, не сказать, что так много, но и, с другой стороны, тоже немало. Потому что я считал, что сначала 300, а потом думал, это же игра GTA 5, она должна выдерживать такие нагрузки, около 1000 и так далее. Но, друзья, нет. А мой друг также пробовал прямо сейчас вот у себя на компе и тоже поставил 250 таких бочек, чуть плюс там минус 1-2, и в принципе у него также вылетело, поэтому, друзья, здесь никоим образом не зависит от твоего компа, поэтому можете у себя сами проверить, это чисто зависит от игры, и она не выдерживает огромного взрыва, поэтому будьте, конечно же, аккуратны и осторожны.
Ну, а я с вами прощаюсь, друзья. Многие, кстати, хотели взломать нашу игру, точнее, ну, сделать так, чтобы она вылетала. И мы, в принципе, нашли офигенный способ. Если желаете, повторяйте у себя, но не советую. Так вот, спасибо вам огромное за просмотр. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, а если вы желаете попасть ко мне в друзья ВКонтакте, то просто репост этого видоса к себе на страничку ВКонтакте со всей, ну, точнее, с моей официальной странички или же с группы ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Уж извините, если запинаюсь, друзья, как я и говорил, уже 5 утра, точнее, уже 5:30, блин, реально не спал, ну уж извините, лишь для вас, мои дорогие, я записываю этот видосик, потому что, блин, ребят, вот последнее время немножечко, да, ленюсь, но я обещаю, что в скором времени я всю свою лень поборю, и у нас будут стабильно выходить всякие рубрики, новые видосики, интересный контентик, да и, в принципе, это тоже у нас немножечко интересен своей оригинальностью и тем, что мы смогли сломать нашу игру. Все, ребят, на этом все. Еще раз говорю, добавляйтесь в друзья, пишите какие-то комментарии, ставьте обязательно лайкосики и, конечно же, спасибо вам огромное за ваши 300 000 подписчиков. Вы у меня лучшие. Всем пока!